Продолжаем выпуск. На встрече посла Узбекистана в городе Куала-Лумпур с министром науки, технологии и инноваций Малайзии обсужден ряд стратегических вопросов и аспектов по укреплению двустороннего сотрудничества между двумя странами. На встрече министр науки, технологии и инноваций Малайзии заявил, страна приветствует достигнутый уровень сотрудничества с Узбекистаном в торгово-экономической, инвестиционной, туристической, образовательной сферах. Вместе с тем он подчеркнул необходимость дальнейшей диверсификации двусторонних связей в контексте глобализации и развития современных технологий. Как было отмечено, среди стран региона республика владеет огромным научным потенциалом. Вклад великих узбекских ученых и мыслителей в развитие мировой науки и исламской цивилизации широко известен и высоко оценивается в Куала-Лумпуре. Малайзийская сторона подчеркнула осуществляемые в Узбекистане масштабные реформы, направленные на дальнейшую либерализацию и модернизацию экономики, развитие науки, технологий и инноваций. Министр заявил, что предпринимаемые в республике меры по предотвращению коронавируса и социальному обеспечению населения в период пандемии заслуживают особого внимания. Memorandum of understanding that is to be signed between our two countries for us to have. Мы обсудили практические шаги и механизмы подписания соглашения о сотрудничестве в сфере судебной экспертизы между Министерством юстиции Узбекистана и Министерством науки, технологий и инноваций Малайзии. Мы надеемся, что за этим последует дальнейшее развитие совместного научного взаимодействия. Наряду с этим мы также затронули вопросы обмена опытом двух стран в борьбе с распространением пандемии COVID-19, а также развитие сотрудничества в области инноваций и технологий для обеспечения процветающего будущего наших стран. Я с нетерпением жду возможности посетить солнечный Ташкент, прекрасный Узбекистан. Ваша страна с богатой историей, наследием великих предков и вкладом в развитие исламской цивилизации занимает первое место в моем списке желаемых мест для посещения. По итогам переговоров достигнута договоренность налаживания сотрудничества Национального центра нанотехнологий Института биотехнологии Малайзии, а также Малайзийского научно-технического информационного центра с соответствующими министерствами и ведомствами республики для обмена опытом и проведения совместных научно-исследовательских работ.